Всем привет, меня зовут Аркадий, компания Boston Technic. Представляю вашему вниманию комбайн Нива Эффект от Россельмаша. Комбайн 2013 года. Тем не менее, в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Имеет небольшую наработку, потому как в хозяйстве 5 комбайнов. Все они по чуть-чуть используются. То есть не перегружают, не перенапрягают технику. Это вот жатка. Техника своевременно обслуживается, поддерживается в работоспособном состоянии. Вот бирочка. Резина в отличном состоянии, несмотря на возраст. Передние и задние. Бункер как новый. Видно, что еще заводская краска не тронутая. Гидравлика отличная, шланги. В очень хорошем состоянии комбайн. Здесь резина тоже в хорошем состоянии. Посмотрим, что у него сверху. Темновато. Да, тут ничего не видно. Двигатель в хорошем состоянии. Кабина. Ну вот такой комбайн Нива. Кому интересно, звоните, пишите. Поможем приобретение.